попали сразу же в 1771 год, находясь здесь, в современном штате Вирджиния. Как видите, здесь даже актеры работают на полях. Все так идентично, как было бы в 18 веке, когда здесь еще правили англичане. Зачерпывали воду, переливали ее в другую бочку и относили во двор. Собирали, конечно, в большей степени дождевую воду. Источников здесь нет. За источниками нужно было отправляться за несколько километров отсюда пешком. А этим нехитрым способом сбивали из молока сметану. Либо превращали ее после в творог. Вот и задний двор. И здесь все сохранилось в прежнем состоянии. Суп по старинному рецепту, который они добавляли травы, домашний сыр, картошку, ну и все, что было под рукой. Но главным ингредиентом был сыр. В простонародье творог. Настя Настасина, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!